В Мексике растет число жертв разрушительного землетрясения. На данный момент в списке погибших 286 человек. Еще почти столько же считаются пропавшими без вести. Выживших ищут под обломками круглосуточно. Тем временем у берегов Мексики сегодня утром зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 5,5. Данных о новых разрушениях пока нет. Напомню, что во вторник в стране произошло землетрясение магнитудой свыше 7. В столице были разрушены полсотни зданий. При этом, по мнению специалистов, еще порядка 3000 сильно повреждены и могут упасть в любой момент.